Тебе послушать так сложно все. Что с ним? Он будет жить? Да, но он в тяжелом состоянии, хотя мы стабилизировали его, введя антидот, что должно очистить его кровь от мутагена. А далее все зависит только от него самого. Здравствуйте, товарищи! С вами снова Андрей, вы на канале Kirs Play, и мы продолжаем проходить серию игр. Фу, бляха-муха, как же она называется? Ой, из головы вылезет. Паранойя, потому что она у меня сейчас произошла. Только что, как я начал вспоминать название игры. Так, мы находимся в госпитале, нам написали, что 3 недели спустя... А 3 недели после чего? Вот после чего мы особо не понимаем. Какая красивая раковина. Так, это у нас стульчики. Их просто надо перепрыгнуть. Почему-то есть небольшие фризы. Не могу понять почему, но ладно. Так, главный эпидемиолог Москвы объявил о чрезвычайном положении и карантине. Несмотря на это, представители МЗО и СР сообщил, что они держат очаги распространения болезни под контролем. Страница 13. Ну, я как понимаю, перевернуть, перелистать мы не можем. Ежедневник. Нетро. Понедельник, 18 августа 2008 года. Чума 21 века наступает. Это неизвестная болезнь. Косит москвичей и гостей города. Страница 2. Тоже не можем посмотреть. Ну и хрен с ним. Ничего, в принципе, нам такого здесь интересного не должно быть. Так, если мы прикинем... Можно дверь прикрыть? Не, нельзя. Если мы прикинем, у нас получается... Ух ты, ситуация какая. Какая-то мутация, наверное, или просто череп. Мы, значит, здесь прикинем одну простую истину. Кровища. То, что так как написали 3 недели спустя, либо это 3 недели после того, как наш майор Калашников выбрался из того места, либо 3 недели спустя, как... Что? 3 недели как начало вот это вот кровавое вакханалие? Либо что-то еще. Так, ладно, сейчас посмотрим. Здесь все закрыто, но там, кстати, красиво. Там все красиво, короче. Это закрыто. Это... А здесь что? Здесь ничего. Цветочки. Это хорошо. Лестница наверх работает, работает. Но нам там делать нечего. Движок H 3D. Так что... Будет интересно. Ну, это обычный сурс, но немножко переделанный и более крутой. Это пулевые отверстия. Кого-то здесь расстреляли. Ну и хорошо. Так, дышит так глубоко, да? Там ничего особо нет. Мы вообще не видим ни одного тела. Самое что интересно. Ну, ладно. Так, а вот, походу, выход. Жесть, какие долгие подгрузки. Или это просто у меня так? Шлюз, первый подземный туннель спустя 2 часа после уничтожения группы диверсантов. А, это сейчас наш майор Калашников. Вот мы как раз продолжаем. Камеры наблюдения, установленные на уровне К4, показывают, что выжившие уродцы из лаборатории Крот-1 каким-то образом выбрались за ее пределы. Командование полагает, что эти твари достаточно умны, чтобы пробраться на верхний уровень через систему технических тоннелей. Мы здесь, чтобы устранить эту угрозу и провести полную зачистку нижних уровней. Срочно пополните ваш боезапас и проведите экипировку. Встречаемся через 5 минут у грузовых лифтов. Разойтись. Да, эти твари действительно чертовски опасны. Советую прихватить как можно больше боеприпасов. Вы об этом уж точно не пожалеете. Ваш отряд собирается у грузовых лифтов через 5 минут перед началом новой операции. Вам нужно посетить оружейную комнату, чтобы пополнить боезапас. Так, это фонарик. Это у нас отключаем, это у нас... О, точно так, тут же так медленно все переключается, как нож. Блять, медленный удар такой. Ну ладно. Так, значит, у нас ситуация, повторюсь.
Это наш майор Калашников. Мы только-только закончили свое путешествие, как говорится. Когда выбрались, уничтожили вертолет в первой части. И в данном случае у нас, опять же, нам сказали задача, то, что из-за того, ну, мы уничтожили вертолет, но что-то не так. Ух ты, пулемет. Значит, сюда. Вот. Наша задача просто-напросто обратно пробраться в тот центр и понять, что там происходит. Скорее всего, зачистить, опять же, еще больше уродцев и... Лопата! Еще больше уродцев уничтожить и, наверное, навести там порядок. Тот, который мы не смогли навести и решить в первой части. Так. Привет. Я здесь не первый час, но до сих пор не знаю, чего мы ждем. Без понятия. У тебя, кстати, дырка неровная на рту. На роте. Ты бы мне лучше сказал бы, где здесь оружейная. А то сказали идти в оружейную, а оружейная непонятно, непонятно где. Так, вот это, наверное, да? Говорят, на нижних уровнях какая-то чертовщина происходит. Я рад, что там армия России получается, да? Ну, а я спецназ Беларуси. Так, значит, шлем нам не надо, броник мы взяли, гранатку мы взяли, еще одну гранатку взяли. Хорошо. Дальше мы берем боезапас, мы берем пулемет, мы берем пару обоим, какая-то херь и еще что-то. Так, значит, у нас есть это, и у нас есть пулемет, и у нас есть автомат. Но пока что так, как-то так. О, классно, Цой. Это круто. Так, используйте аптечку, обезболивающее на С. Так, у нас С — это аптечки. Хорошо. На улице ждут отпечатки их наших ног. Отпечатки. Подожди, а что-то здесь такое? Оп. А, все понятно, дверь закрыл. Идем дальше. Так, стоп, а как-то у нас прицеливаться, значит, можно. Да, долгая очень подгрузки почему-то между... Так, подожди, это пулемет. Мне нужен автомат. Автомат. Пулемет, все. Так вот более правильно. Ну, тут даже сразу фокусировки нету. Прикольно. Я, кстати, честно говоря, во вторую часть особо не играл, так что могу где-то в некоторых моментах отупить. Так, а здесь есть тут нормально прыжок наш? Халфовский? Есть, все отлично. Так, это мы с корешем куда-то бежим. Бежим, бьем, неважно. Давай на Беттери туда заедем, блин. Там подавим просто всю эту мутатню, да и все. В чем проблема? Так, это мы идем к лифтам, да? Там ничего нету? Нет, что-то есть. Подожди, дай посмотрю. Наверное, если не будешь вот так вот обшаривать ничего, тогда вообще ничего не будет. Радио. Радио нам не надо. Мы там слушать нам особо нечего. Так, вот Урал есть. Давай на Урале что-нибудь там набутим. Может, в Урале что есть? Да, закрытый Урал. Бензин. Можно бензина взять, добахнуть немножко. А ты что присел? Майор, ну что ты там возишься? Давай быстрее. О, еще одна обеззараживатель, обезболивающий. ФПС всего 60. Странно. Чего-то маловато. Так, пошли, пацан. А вы идете? Я один боюсь, я не пойду туда. Ну и у вас... О, стекла. Давно вы видели, чтобы стекла, вот изгиб именно, ну, так вот нормально так было. Чтобы было видно, такое вот искажение стекла. Ну вот. Только, наверное, в метро где-нибудь, да? Слушай, а я бегать могу как-нибудь? Так, что здесь у нас? Здесь ничего. Все закрыто. Здесь тоже закрыто. Топ, майор, пошли. Захочу, когда захочу, тогда пойду. Идите в задницу, пожалуйста. Дайте я, может быть, что-нибудь найду интересное. А зная себя, я где-нибудь, скорее всего, сейчас застряну. И потом ноклип мне в помощь, если здесь ноклип работает, кстати. Я даже не знаю. А, херушки, тут консоли нету. Ну ладно, пошли дальше.
Будем вести себя максимально аккуратно и максимально... Так. А ну, может, эти ящики в ящиках что есть? Так. Хочешь так, хочешь так. Крестики-нолики играть можно. Так, пистолет и автомат. А, подожди. Пистолет и автомат. Я думаю, пока что нам такой тандем самое хорошо. Так, это пацаны здесь. Ага, подожди. Это надо куда-то идти. Ага, туалет. О, бля, прикольно. Шлеп-шлеп я с пистиком, а как с авто? А, жалко, быстрое переключение. Так, здесь никого. Хорошо. Шкафчики не открываются? Не, нихера не открываются. Радио, опять же. Здесь любили музыку послушать, она не включает ни грамма музыки. Только это тягомотина. Может туда спрыгнуть один раз и просто пусть они сами ходят здесь. А мы шмяк-шмяк и все, и до свидания. Так, ладно, подожди. А это что? Не, не хочу сюда. Так, какая-то ерунда. Блять, что я думал, застрял уже. Вентиляция нам не нужна, надеюсь. А что тут за такое вообще, честно говоря? Я только сейчас... Блин, подожди. Я только сейчас обратил внимание. У нас... Это же Макаров, по-моему, да? 20 патронов, нихера себе Макаров. Так, ладно. Куда мы? Сюда, пошли, ребята. Так, 20. Я пошел пока наверх, схожу, посмотрю. Может, там где-нибудь еще какая-нибудь аптечка обезболивающая будет. О, есть что-то есть, да? Оп. Ой, то, что надо. Обезболивающее. Чем больше обезболивающее, тем я себя лучше буду чувствовать. В всяком случае, не так будет стрёмно отстреливаться от всяких мудаков. Так, ладно, ребята. Вы хотите, чтобы я здесь один, что ли, шастал или что? Так, лифт не работает. Они идут. Я думал, у меня уже одного оставят. Похоже, такое чувство, вот здесь вот, когда засаживаешься, как в Сталкере, Зов Припяти, как место там, где кровосиси были. Так, подожди, оп, чик, не, никого. Открывай. Карась, это окунь. Все хорошо. Плотва попла, пошла дальше. А кто с прожектором там таким носится? О, стоять, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. А что-то у вас... Сейчас открою, подожди. А, здесь? Давай, сейчас открою. Я понял, что мы возвращаемся в этот зад. Так, вот кнопка. А, вот это вот напоминает «Обитель зла», вторая часть, когда тоже там... О, мозги! Бля, стрёмно. Уже начинается. Уже не по себе. Я говорю, я хоррора вообще не сильно большой любитель. Но из-за того, что... Чисто из-за того, что это Half-Life, либо отношение немножко к Сталкеру, немножко к Half-Life, чисто вот из-за этого у меня такая вот любовь, как говорится, к таким играм. И все. Больше тут ничего такого особо и нету. Тихо. Может я... Не, все нормально. Тихо. А вот там вот бочка, по-моему. Да? Блять, они далеко, так может не так страшно пока. Подожди, я что-то в голову стреляю, а им насрать. По два выстрела, кстати, делает. Подожди-ка. Блять, встань, урод. Шлеме, блять, а шлем... Не, подожди, а где мой фонарь? У меня фонарь... А, все, включился. Тихо. Пацаны, давайте аккуратно. Нет, этой бочки не... Вот дерьмо, тут диалоги, кстати, читайте. Прикольные. Нахуй ты к нему пошел, вообще не могу понять. Сейчас минус боец еще будет. А что здесь? О, гранаты. Вот
пистолеты, гранаты. Подожди, так у меня гранаты есть. Еще две дополнительные гранаты я могу кинуть. Давай тогда. Чик. Там, наверное. Хопа! Блять. Хопа! Ну, там один только. Да, хуйня, короче, какая-то. А поскольку это по одной же гранате? Да, по одной гранате. Не, ну нахуй. Буду тратить только зря гранаты. Так, пока что. Надо было, чтобы он ближе подошел. Ляха могу перекрести, засранец. Тут что-то наподобие. Так, тихо. Есть кто? Тут вот. Тут. Ну, пока не вижу. Пацаны. А, идете. Я один стремаюсь тут ходить. Но мне такое чувство, что я не одно место придется одному ходить. Единственное, что надо экономить полностью пулемет, автомат и все остальное. Мне туда не надо. Пацаны, давайте за мной. Я один здесь стрёмно. Не было бы так стрёмно, если бы здесь модельки были из простого Half-Life. Оба. Тише. Тише, тише. Кот на крыше. Тихо. Оп. Что это такое? Блин, аптечка какая-то большая. Это если бы меня, наверное, ранило. Наверное, если бы меня ранило, тогда бы я мог забрать ее. А так не могу. Это тоже ничего, да, ничего. Просто текстурки. Я, конечно... Здесь по-любому кто-то. Я застрял! Сука, где я тут? Ну, я назад нажимаю, он не идет. Так, что-то тут съели кого-то. 30 патронов, это, скорее всего, у нас патроны для калашников. Сейчас посмотрим, 5.45. Наверное, да, все-таки калаш-то больше уверен будет. Блин, здесь лифты возле каждой двери. Кровавые следы. А мы сейчас спускаемся все ниже и ниже. Минус третий этаж. Отлично. И я один это делаю? Это что, SCP лестница, что ли? Я вообще не могу понять. А, нихера себе, ребята, а как вы тут телепортируетесь? Давайте, шмаляйте. Я экономлю патроны. Потому что я больше чем уверен. А что-то у него гроза, по-моему, да? О, винторез, дай мне. Слушай, завалите его. Вот это весело. Здесь просто тело. Покажи. Блять, я промазал даже, нихера себе. Вот эти пацаны не промазали, а я промазал у него. Ни хрена, блядь. Это что было? О! Это что за хуйня? Лёж, блядь! Лёж! Сучка крашеная! О, блядь, зараза. Так, этот вроде... Так, патроны я уже не могу брать. Патроны я не могу брать. Так, ладно, моего там кого убили. Я, кстати, так и не понял. Так, вот, по-моему, да? Нет, это не мой. Мне нужен винторез. Так, а у этого оружие какое-то должно было быть. А что это? Пулемет? Он с пулеметом, блядь. А я у него ничего взять не могу. Странно. Ну ладно.
Ничего. Тут стрелков еще хватает. Майор, найди пункт управления и активируй ворота. Действуй. Слушай, командиры хреновы, блядь. Я как-никак тоже, блядь, при должности, извини меня. Это майорская должность, как-никак. Тут, блядь, лечит меня, учит меня. Ладно, был бы какой, ну, салага там, хер его знает. Ну, блядь, даже не знаю, в каком звании. Неважно. Я же вроде как товарищ майор. Блин, хочется посмотреть и колется. Каска. Мне можно каску еще сверху одеть? Чтоб я себя чувствовал вообще в полной изоляции. Или в полной защите. Так, что здесь? Патрончики. Да я такой экономист, хренов? Или меня просто подфартило? Бля, вот БТР, блядь. Заезжают сюда БТР. Почему на БТРе мы не можем проехать против этих всех уродов? О. Майор, найди пункт управления и активируй ворота. Раз. Куда ты смотришь, блядь, уёбок? Блядь. Я как понял. Отойдите, блядь, уроды. Friendly Fire, надеюсь, нету. Ебаный. Так, подожди, а где-то что было? О. Подожди. Вот. Подожди, где-то только что было. Что-то я мог взять или что? Ой, ладно. Я устал от всего этого дерьма. Я тоже. Ультрафиолет какой-то. Подожди, а куда нам надо? Пошли сюда. Пик-пик. О, знакомая местность. Все знакомые места. Внимание всем. Командование приняло решение о полном уничтожении лаборатории Крот-1. Наша основная задача – установить взрывчатку в самой лаборатории, чтобы наконец поставить в этой истории точку. Продолжаем движение. Ну, это понятно. Вон, командование принято решение, все такое тра-та-та. Не обязательно крысы бегают. Забавные хлопчики. Там еще кто-то? А, 7.62, я забрал патрон. Да, крепенькие. Жирненькие и крепенькие. Так, давай-ка мы возьмем лучше всего так вот, наверное. Потому что хер его знает. Как-то тут мне не нравится. Тут такая обстановка становится все более напряженная. Так, это свои? Свои. Так, это мы здесь были, да? Помните Крот-1? Так, пацаны. Я устал от всего этого дерьма. Устал? Похоже, что кто-то с этих тварей все-таки прорвался на верхнем уровне. Только что было замечено несколько уродов на уровне К3. Нам нужно разделиться. Кулак, ваша группа обеспечит безопасность персонала, а мы в это время закончим зачистку нижних уровней. А во времени детонации зарядов мы оповестим всех, как только все будет готово. Выполняйте приказ. Нормально. Двигай вперед. Я сзади буду. Прикрою тыл. Ну давай. Если ты сможешь прикрыть мне тыл.
Главное, чтобы ты меня нормально прикрыл, а не как обычно. Так, никого. Никого. Столовая мне не нравится. Чё ты пригибаешься, блядь? Встань ровно и получи маслину в лоб, блядь. Пригнулся. Что ты там, блядь, ищешь, блядь, на полу? Потерял что-то или что? Жалко, автоматически не поднимаются патроны. Было бы хорошо. Телефон, блядь. Мама, мама, забери, блядь, меня отсюда. Лифт. Зажмись. Какие я люблю лифты. Пошли, ты где? Там, кстати, вентиляция. Ага. Размечтался. Может, кстати, эта вентиляция мы с... Из этой вентиляции, может, мы и снова нас двое, да? Не говори. Мне это тоже не сильно нравится, кстати. Не знаю, как тебе, но мне это очень не нравится. Блин, чертов лифт барахлит. Знал же, что все не будет так важно. Я полностью согласен. Так, я эту кнопку трогать не хочу. Странное место. Судя по карте, это промежуточный уровень К2. Давай поищем другой выход на действующий уровень. Давай. Журнал проверки пропусков и регистрации. Дежурный, тра-та-та. Это вы? А я думал, эти мутанты меня уже нашли. Вижу, вас потрепало. Вы, наверное, направляетесь в Крот 3? Я как раз оттуда. Страшно представить, что там сейчас творится. Эти существа добрались туда по вентиляционным шахтам. Не знаю, выжил ли кто-то еще. Я добрался сюда, как только услышал сообщение по радио, что ваше командование решило все здесь уничтожить. Дело в том, что мы с вами сейчас находимся на уровне К2. Этот уровень включает в себя комплекс лабораторий Крот-2 и помещение архива. Меня интересует именно архив, ибо он хранит все отчеты научных исследований, патентов и прочие секреты за всю историю существования комплекса Крот. Майор, пойди осмотрись пока, а я посмотрю проводку. Мало ли, может, нам придется очень быстро отступать. Ну, не факт. Не факт, конечно. Хотя, вполне возможно и такое, что, скорее всего, нам придется реально быстро отступать. Так, что это такое? Дневник профессора Василия Пирогова. Про что так? Тут, что тут вообще интересно? Прошло, как правило, ностальгия нас имела тогда, когда мы меньше всего это ожидали. Так, правило настигать. Сегодняшний день стал подтверждением этих слов, так как именно сегодня было вскрыто старые раны и тайна этого места. Я думал, что это невозможно. Этот результат его работы потрясает сознание и... переворачивает все наше представление о каноны о жизни и смерти. Короче, тут ничего особо такого интересного. Так и было, если бы только не случилось та трагедия место 25 лет назад, что унесло жизнь много хороших людей и специалистов. Ну, короче, это, как обычно, кривые руки умных, очень умных, память моего товарища, очень умных ученых и товарищей. На паузе прочитайте, если вам интересно. Ну, я думаю, там не особо что-то будет такого сверхъестественного и интересного. Так, туалет. Туалет я не люблю, потому что только по одной простой причине. Сортиры очень темные. Так, куда мне вообще идти? Не могу понять. Во-первых, темно. Как не знаю где. Во-вторых, темно. И мне надо какие-то архивы. Блять, это я круг обошел, получается, да? У меня в эту сторону. Так, сортир опять же. Подожди, что-то я, блять, кругами тут шастаю. Цельный получается. Цельный. А, что такое? А. Чушь какая-то, подожди. Куда мне идти? Я заблудилась. Так, подожди. Что здесь? Здесь нихера.
А, вот ты где, блядь. Что это? Командир группы консервации К2. Так, в связи с выполнением мер по эвакуации и консервации, перечисленных в приказе номер. Ага, это он. Представляю вам код доступа к дверям, находящихся возле поста К22. Код двери 2501. Также прошу принять меры по устранению течи в водопроводной трубе, находящейся под потолком под потолком коридорного прохода в помещении архива комплекса. Командир группы, понятно, КРОТ-2. КРОТ какой-то 2. Так, это мы сюда. Так, некий КРОТ, КРОТ-2. А вот и вода. Блин, что это было? Я надеюсь, это не то, что я думаю. Хотя я ни о чем сейчас не думаю. Так, что это такое? Журнал приема сдачи дежурств. Это нам похер. Мне не нравится то, что, кстати, вот эти вот журналы, да, когда вот ты берешь, надо на close нажимать, чтобы выйти. Ну, наверное, может, escape еще срабатывает, я не знаю. Но не уверен. Так, ладно. Газетки нам не надо. Угу. И где-то архив должен быть, да? Так, ну ладно, это здесь точно не будет. Или это они даже... А, вот, совершенно секретно выше приоритет. Применяя следующие данные, передать по перераспределению начальнику ТРТТ, инженера полковника сопровождающего записка. Это вот эти вот инструменты. Дорогой наш товарищ Леонид Павлович АН, СССР, Политбюро, высоко ценит ваши заслуги перед Отечеством. Вам и вашим научным сотрудникам доверяем великую миссию, а именно закончить исследование и довести до практической реализации проекта, детали которого описаны в данной папке в связи с недавним прецедентом и последующим закрытием НИК «Красная Заря». Мы уверены, что вам это удастся. Не забывайте, на вас полагается не только партия, но и народ СССР. В эти непростые... Слышишь, 2008 год, какие нахрен СССР? В эти непростые времена, так как и не подтверждено... 2008 — это нападение на Грузию. А. Данный документ содержит все научные наработки и обоснования для воссоздания химического препарата Г-23-ПАКС. С уважением, председатель. Это рапорт о происшествии во время проведения эксперимента инициированного старшим научным сотрудником Зареновым, ИМ для испытания установки аэрозольного типа ГУ-01М был допущен ряд технических ошибок, вследствие чего химический агент Г-23-ПАКС вырвался из изоляционной зоны и попал в систему общей вентиляции красной. Ну, короче, там пошла, блядь, береберда. Так, ничего интересного. Тут я просто про мутантов. Выполнил физические упражнения, интеллектных задач. Так, мы провели исследование разных образцов в ПАКСель. Ничего интересного. Ничего интересного, короче. Ай-яй-яй-яй-яй, не подвисает. Сохрани и сохранись. Так, это паутина. Если паутина такая большая, возможно... Так, что мне тут? Задача. А где тап? Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Или... А, еще. Название проекта — волшебная какая-то бодяга. Прочитайте на паузе. Ничего тут интересного нету. Короче, нам... А что нам вообще тут надо понаходить? Наверное, что-то... Что-то еще, наверное, надо, блядь, найти, да? Ничего такого особо тут интересного нету. Папки. Вот, «Известия», газетка. Шипит кто-то. Змея, наверное. Шахматы. Кто-то играл, не доиграл. Спортсмены. Так, это все? Подожди, наверное, вторая половина. Это одна половина, наверное, где-то здесь еще будет что-то.
А, вон там вот что-то там есть. Интересно, спидран по этой игре вообще существует? А, все. Название проекта... А, собачки. Так, биомеханика. А, ну, вживление, короче, механических частей в живые. Ну, и тут полностью описание, технические особенности. На паузе прочитайте. Я думаю, кому будет интересно, тому будет интересно. А мы продолжим. Так, ладно. Значит, это все, правильно? А нет, еще не все. Вот еще что-то. Название. Проект БШ. Дровосек. Во. Куратор, ведущий научный сотрудник. Так, аннотация. Разработка. Так, дровосек. Так, базируется на фундаментальных технических исследованиях и практических решениях лаборатории Омега научно-исследовательского института. Не, подожди, в 77-м указом министра обороны было разработку начали. Подожди, мне интересно вообще, что это наиболее даем последствия разработки протокол бронекостюм. Ага. Боевой шагоход. Что, блядь, все оружие могло. Ну, тут, наверное, более подобно про оружие, броня. Модель дровосек, гомосек, блядь, система гидроприводная создана, наиболее оптимальный баланс по... Так, так, это ерунда. Я думал, здесь будет что-то про именно зомбировано. Ну, про этих, про уродцев каких-нибудь. Нет, здесь немножко другая тема. Так, журналы какие-то. Так, здесь я был, по-моему, да? Ага. А это, по-моему, кстати, если я не ошибаюсь, либо пулеметные патроны, что скорее всего. И мы, возможно, они нам понадобятся. Чик. О, какая дура. Так, ладно. Что тогда нам? Вообще, наша задача какая? Так, так, так. Возможно, я не все собрал. Возможно, я не все собрал. О, что-то есть. Опасное изобретение. Проект кинетическое оружие. Ну, это оружие. Ну, по оружию, ладно. Это... А, ну, это рельсотрон, грубо говоря, кинетика. Наверное, с магнитами. Так, ладно. Это ерунда. Где-то еще же должно что-то быть, по идее. Сейчас посмотрим. О, что-то есть. О, проект шагоход. А, прикольно. Это садится в кабину. Ведущий научный сотрудник. Это то, что мы тогда... Ну, там было в одной статье. Шагоход с приводами. Ага. Данная комплектация. Руки манипуляторы были заменены щупами для проверки взаимодействия АОТ системы головным мозгом пилота. Хрена себе, это подключение к мозгу аж прям. Хрена себе. Так, ладно, что-то, наверное, еще не нашел. Ладно, сейчас пройдемся еще. Мне кажется, здесь больше, чем я думаю. Потому что, может, здесь тоже где на каких полках таких. Что-то я низко. О, наверное, да? Ох, ё-моё. Это шотландская биомеха. Я рад за товарища, но мне еще интересно, что здесь шотландская овчарка в теле робота. Так, ты где, пацан? А, о. Это что? А, так я к нему приходил. Попробуй пробраться туда, а я тебя прикрою. Что значит попробуй пробраться туда, а я тебя прикрою? Охуево, ну да. Ладно, поехали в одиночестве. Так, ну лифт этот, во всяком случае, вроде как работает. У меня реально какая-то паранойя, я...
блядь, каждые пару минут это сохраняюсь. Тише. Что это такое? Журнал проверки пропусков. Неинтересно. Неинтересно. Закрыто. Так, ну сюда, я понимаю, мы не пройдем. Ага. Лупа, блять. Или что это, теннисная ракетка? Так а что толку, я это открываю и что? Блять, звуки эти самораздражают. О, научно-популярный журнал, техника молодежи, рубрика проблемы и поиски какие-то. Ничего по мне так здесь интересного нету. Я люблю вообще, честно говоря, мне больше нравится, когда игра передает как бы атмосферу, и ты начинаешь вникать в нее как говорится, не записки там, все остальное. Ну, если можно, такие интересно, когда они коротенькие. А когда тут тебе пихают херово тучу лора, журнал исследовательское наблюдение лабораторных опытов по мутагену ДВЛ-2-31, отделение биологических исследований группы лабораторий КРОТ-2Б. Пникл КРОТ. Журнал проекта, старший научный сотрудник КРОТ-2Б. Курчатова, женщина даже, Юлия какая-то, ответственна за проведение журнала. Наши коллеги из первой так усовершенствовали. Так а что, проверили очередные ежедневные психологические тесты на определение психоэмоционального состояния пациента Ваня. Он был очень грустным и подавлен. Скорее всего, это связано с невозможными коммуникациями и с внешним миром, и его пониманием сверстниками. Подожди, это вы где-то там на паузе прочитайте, а я хочу сразу просто дойти. Наблюдение: Ваня изредка нервничает. Это связано с вчерашним инцидентом, а также, скорее всего, с тем, что именно сегодня пойдет слушание о результатах исследования мутагена, так, где он будет представлен в качестве продукта, получить в результате нашего исследования высшему начальству научного комплекса и реагирует. Так, это все ерунда. Я думал, что там будет другое написано немножко. Но, во всяком случае, это колбы для пациентов, это однозначно. Это однозначно. Так, тут вроде такого ничего особо нету, да? Так, нету. Угу. Ленин жив. Так, столько известий этих журналов, газет. Буквально пару газет надо на все это сообщество. Ты. Работает. Это в живот? Ну. Снорков делают. Ага. А эта женщина, она беременна, это ей вкололи. Да. Не очень приятное зрелище, конечно. На повтор, что ли? На повторе идет, да? Фу, какая мерзость. Выключи нахрен эту чушь. Короче, у женщин эмбрионы даже в животе что-то вкалывали, когда они были еще в животе. Так, это мы здесь прошли, там, где мы не могли пройти, правильно? Да, правильно. Так, ясно.
Ну, примерно ясно, примерно ясно, примерно нет. Пик-пик. Подожди, оп. О, могу. А что, у меня полный пистолет, что ли? Ну. Прикольно. Хм. Интересно. Ну ладно. Вообще, я бы с пулеметом бы чаще ходил бы. Так, ладно. Слышу, вода где-то течет. Привет. Так, тут вроде никого, тишина. Приказ: начальник подземной научного исследователя комплекса лаборатории Крот, начальник охраны. Это так, при исключении подачи электроэнергии, поступления кислорода, ну, короче, изоляция. Это по вопросам изоляции. Так, это опять же патроны для пулемета. Так, хорошо. Если я для автомата набрал патронов, это уже такой, ну, значительный, в принципе, плюс. Переходы, конечно, долгие. Не хочу я туда идти, честно говоря. Так, а здесь я был? По-моему, да. Подожди, а здесь? Записок ничего такого нету. Найден доступ в закрытой зоне. Моя задача — искать документы. По большому счету. Нет. Чертежные доски. Ничего здесь особо такого я не вижу. Странно. Может, тогда лифт типа должен открыться или что? Нет. О, служебная записка, какой прикольный самолет. Ведущий наш сотрудник отдела. Так, вы собрали доступное количество архивных и определенной информации по научным исследованиям, разработкам. Передайте документы Пирогову. Так, я Зуев Владимир. Ну, так, 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 то пофиг. Советские радио. Как эта фигня называется? Лаборатория ПИК, Крот-1. Это понятно. Как вот эта хрень называется? Призрак. А, призрак, скорее всего. Прикольно. Так, ладно, почитайте. Это какой-то типа стелс-системы, скорее всего. В принципе, особо тут такого ничего интересного. Я бы, честно говоря, в данный момент, когда я бы вот так вот шлялся бы, да, я бы, скорее всего, вряд ли бы здесь, как это правильно сказать, вряд ли бы я на его месте здесь просто-напросто вот так вот шлялся бы и, ну, как это объяснить, и читал все подряд. Сзади нет. Что значит нет? Да. Икра. Ютоситр. Осетр. Цитрусовый сок. Кстати, он вкусный. Это вопросов нет. Я тоже люблю апельсиновый сок. Но апельсиновый сок, не забывайте, он не сильно полезен для желудка. Особенно
Ёб твою мать, это что такое? А что такое, лестница? А можно? Что такое? Ага, птичка. Да ладно. А, не, смотри. Прикольно. Так, опять автомат и пулемет. Так, что-то здесь не так. Ой-ой-ой-ой-ой. Я же говорю, что-то здесь не так. Что? Уйня какая-то здоровая. Сраку, блядь. В голову я попадаю куда-нибудь? Так, сохранились. Кто-то там дверь открыл, да? Майор, ты жив? Давай скорее выбирай. Я-то жив, но боюсь, здесь что-то происходит. Шлем-то я надел. Пулемет я взял, да? Или что-то? Блять, где там что-то? Вот они же подсвечиваются. Блять, а, все понятно, надо перезарядиться, что взять. Да. Такая встреча не самая лучшая. А, это они сюда и прошли. А, подожди, что это было? А, еще патрончики. Да, уж. Так, это падла откуда вышла? Отсюда. Так, ну я как понимаю, ты же будешь спать. Так, сохранили. Угу. Значит, здесь был лифт. Опа. Так, отлично. Ну что? Вообще без понятия, что мне делать. Так, скорее всего, сюда. Хорошо. Так, ладно. Сейф. Так, восстановимся. Восстановим энергию. Сейф. Ладно, пойдем. У нас АКК Калашников. Так, ладно. А что здесь? Нет, ничего здесь. Не трогать, смертельно. Кому как. Наверное, смертельно. Так, это лифты. Как-то тут интересно, так база это сделана, да? Так, ладно. Музыка такая загробная практически. Жесть. Стрёмненько, конечно. Вопросов нет. Блин, я наушники перепутал. Лево-справа вечно будешь путать. Там стреляют, а ты поворачиваешься, а тебе в затылок шлёпан с маслинка. И ты лежишь мордой в пол. Мордой в пол. Так, ладно, но в данный момент мы мордой в пол не собираемся лежать, правильно? Вы нашли секретное место. Это у нас секретное место? А насколько оно секретное? Наверное, очень секретное. Так, это лифты. Так, здесь что? О, блять, я застрял.
Вот, очень секретно. Это называется термос с кашкой. На то чай, то либо чай, либо каша перловая. Ну, кто не служил, в принципе, тот не поймет. Была такая одна вкуснятина в армии. Была, называется, жареная колбаса. Жареная колбаса обычная, да? Плюс в жареной колбасе булочка, масло, два яйца, перловочка. Ой, прелесть какая. Вы не представляете, насколько это было вкусно. Ай-яй-яй, вкуснятина, писец. Но это надо представить. Это так, и вот если, ну, то есть, если не служил, наверное, не поймешь. Ну, блин, это просто-напросто было. Такая вкуснотища. Офигенно. Блин, я забываю, что это... Я вот всегда представляю, что это как сталкер, а забываю, что это ближе к Half-Life. Но стрелять мне здесь не нравится. Кстати, что-что, а в этой игре стрельба выполнена настолько чудовищно, отвратительно, что я не знаю, мне очень не нравится. Может, кому-то и нравится такая, ну, тут настолько она либо разброса... А, огромные! Так, это вот это вот, вот это вот здание. Я извиняюсь, но я им перезайду просто ради одного подствольника. Я, не-не-не-не-не, я перезайду. Тут место приближения, тут сразу идет подствольник. Все, понятно. Так, стоя. Забываю, что здесь гораздо все медленнее происходит. Так, все, хорошо. Так вот, о чем-то я. Да, кто не служил, тот, в принципе, не поймет, насколько, да, некоторые вещи вкусные. Вот. Булочки только по воскресеньям, по-моему, давали. Вот, было очень-очень вкусно, обалденно. Маслица это намажешь на булочку, булочку разрежешь, либо так. А когда периодом постарше, то уже привозишь себе вкусного в какого-нибудь вареница или что-то. Но, опять же, сладкое, я как помню, хотелось только вот первые два периода. На третьем периоде хочется нормального вкусного мяса. Шашлычок, там что-нибудь такое. Ой, прелестно. А уже, а эту хрень, типа, ну, типа, сладкого, что-нибудь, конфет, который хочется на первых двух периодах, вообще не хочется. Ну, такое своеобразное. Ну и вообще питание в армии, оно своеобразное. Ты же немножко нарушаешь, как говорится, свой, ну, пищевой, как говорится, режим. Вот. И у тебя получается так, что батюшка Ленин, товарищи, пирот, пирот, пирот. Это как старый анекдот. Батюшка Ленин, где горох? Какой горох? Я не брал горох. Так, ладно, шутки в сторону. Что здесь вообще пусто так? Хочется что-то найти. А вот чего? Блять, застрял. Застрял, застрял, застрял. Застрял я здесь, застрял я там. Пройти куда, не понимаю сам. Оба-на! СВУ! СВУ. Тихо? Нет. Так. СВУ. СВУ. Что-то есть, мне показалось? Не, ничего нету. Хм. Ладно, это у меня глюк какой-то был. Вообще тут всегда глючит, когда... Травка, это трава, блядь. Голова, голова, трава обычная. СБУ, СВУ. ВСУ, Вооруженные силы Украины, получается, да? Или мне показалось, или нет? Не, наверное, показалось. Хм.
Ну ладно. На всякий случай. Та-та-там, 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 там-там. Так, ладно, блять, не вижу ни хрена. Так получается вообще зря. А, я где-то застрял. А. Даже что за ерунда какая-то. Автоматка Калашников. Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту. Какая у меня задача? Вы собрали доступное количество архивных операций. А, блять. Да мне просто надо было возвращаться. Я лажу где-то, где не надо. Непонятно просто, что мне делать. Возвращаться, не возвращаться. А куда это я спускаюсь? Мне главное, чтобы здесь не нарваться ни на что. Це можно и нарваться. Интересно. Так может я и зря вообще сюда ходил? Ну, единственное, что ради грозы, конечно, не зря, но... Бля, звук такой, как будто я... живой где-то еще он. Кровище я вижу, тела исчезли. А, не, эти не исчезли. Подожди, а где-то я находил? А, мне сюда. Дурдом, блядь. Так. Пулемет. Ну, на Е я же нажал. И мы едем, едем, едем. Гроза, зашибись. А это что, гранатки? Гранатки 5 штук. Бесполезная такая. Одна из самых бесполезных вещей, наверное. Херово мы попали, майор. Эти твари повсюду. Ой. Они лезут через наш уровень, и они прорываются наверх. Та-та-та-та-та-та-та-та. О, блядь, там стреляют, по-моему. Блядь, бесполезная вещь эти гранаты, конечно. С машингана валит. Я слышу, с машингана. С машингана валит. Но, блядь, я не вижу никого. Да-да, тихо-тихо. Тихо, я его, по-моему, убил. Или ты его убил? Ты живой? Ты давай не рискуй сразу. Блядь, лишь патронов, лишь бы. Аккуратно. Все, хватит, успокойся, блядь, нервный ты. Ребенок. Нервы надо беречь. Ну только что, блядь, во.
Так, патроны 7,62, да? 7,62 это пулемет, наверное. Все-таки больше, чем автомат. Потому что автомат у нас, скорее всего, 5,45. Так, ладно, мы их, по-моему, всех... Стой. Убить всех этих тварей и домой. Ну, легко сказать. Легко сказать. Проще, конечно... Проще сказать промолчать. Блять, нету здесь. Любому где-то, где-то лево или слева. Ты где? Ты идешь? У тебя же по-любому патронов больше, чем у меня. Я с тобой, майор. Ну, вот это другое дело. Пошли. Жучая падла какая-то оказалась. Двадцать один. Из 30 21. 9 патронов, блядь. Потратил, однако. Это много. На машинган возьму на всякий случай. Так, а это херово. А, не, нормально. Соберись, дружище, ты развалишься на части. Не оставайте, потом пейзажами насладимся. Я тебе больше скажу, что... я мне пейзажи... Похер на эти пейзажи. Майор, отдай собранные бумаги ученому и сматываемся. Так а где он? Достаточно задержались. А ученый-то где? Ученые! Где этот кот ученый? Я кровищу вижу много. А, во. Но не факт то, что он жив. Ясно. Я же говорю. Вот и все. Вот тебе ученый. Блять, ты меня задел. Так, это дневник, это все. Да, ясно. Ладно, наша задача. Пошли. Пошли отсюда тогда. Мы забрали, в принципе, документы. Или ты хочешь всех перевалить, попробовать? Да поехали тогда отсюда, раз ученый мертв. Значит, мы можем сваливать, правильно? Что нам тогда здесь делать? Так, извини. Не туда пошел. Угу. Поехали. Но мне кажется, лифт застрянет. И либо он упадет, и напарник умрет. Даже он нажимает на кнопку. Жеванный крот. Снова кротнуло. Черт, ну вот. Резко. Майор, дай мне пару минут. Давай. Я тебе дам пару минут. Дадут ли товарищи пару минут? Я не знаю. Тебе долго ждать вообще? Но я слышу, но не вижу.
Вот сука. Двигайся, чего застрял? В смысле, двигайся? Двигай поршнями. Я нажимаю. Установочка, я... конечно, здесь писец. А я уже начал переживать. Ты как, майор? Сегодня определенно наш день. Майор, да не совсем. Посмотрим. Все наши живые, конечно, пошли. Что вряд ли, скорее всего, там будет какая-то жопа. Пойдем, пацан. Что мы? Мы что, боимся, что ли? Ничего мы не боимся. А что там? Ничего там нет. Там, за туманами. Оп, тихо. Никого. Закрыто. Туп залетик нам не надо. Эй, ты где? Так, а там, по-моему, граната или что? Даже одну взял. Интересно. О! Так, где пацан? Ты идешь? Застрял, что ли? Майор, сейчас что? Подходящее время. Сейчас мы попробуем. Подожди, отойди. Не останавливайся. Нет, так ты отойди. Может, вам чаю заварить, пока вы еще думаете? Ты застрял, вообще-то, урод. Подожди. Короче. Возможно, он телепортнется дальше, когда мы пройдем просто дальше. А куда мы дальше пойдем? Вот сюда, наверное. Охуеть. Голая баба, блядь, на меня полетела. Так, у меня под пистолетных патронов больше. Так что пока поиспользуем пистолетные патроны. Потому что автоматных у меня пока нету. Да, по-моему, вот это херово, то, что он застрял, конечно. Ну, это я, конечно, не уверен, но... Блядь, до хера патронов уходит. Очередная аптечка. Где-то застрял. А где ты застрял, урод? О, блядь, а здесь мы, по-моему, паучиху завалили, да? Я прав? Ну, по-моему, мы здесь паучиху валили. Сейчас посмотрим. Да, что-то здесь похожее. О, еще аптечка. Та-дам. Мне другое интересно, что мне с этими делать? С этими товарищами?
Ну, с этим товарищем, который застрял. Мне вот, кстати, вопрос интересный, конечно. О, а это, по-моему, здесь такая херь была, на потолке висела. Ну, я не помню, но... Так. Да. Я, значит, не один. Я же говорю, значит, не один. Так, по-моему, патроны для автомата мы уже подберем сейчас. Так, 5 патронов для автомата. Охренеть. Вот это я понимаю. Но для пулемета 17, для автомата 5. Сумка пустая. Да, сумка пустая. Зашибись. А, я же говорю. О, отглючило, да? Блин, ну сегодня прямо день закрытых дверей. А что если... Майор, попробуй залезть через шахту. Постарайся открыть дверь с другой стороны. 74. Пока так. Проникните в лабораторию через вентиляционную... Краса. Через вентиляционную шахту и откройте дверь. Хорошо. Крыса. Чпук. Мя. Эти, блядь, часовые подгрузки, конечно, меня само вбешивают. Крыска. Крыски. Интересно. Аптечка. Закрыто. 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 А какая дверь тогда? Все закрыто. Компьютеры. Видимо, из-за сложившейся ситуации на объекте все ключевые переходы были заблокированы. Ладно, майор, двигайся к РОД-3, а я найду наших и буду также выбираться. Не пуха, майор. Так, продолжайте... Хуяся! Снайпер, блядь, хренов. Ты меня испугала, дура. Так, сохранить. Там пам 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 там за туманами. Сейчас будем люлей отхватывать. Они бегают, а блять, а я бегающих, блять, терпеть не могу. Самые уебищные, блять, вот эти вот зомбаки, это бегающие. Терпеть их не могу. Я вообще не сильно-то большой фанат, блять, любого типа зомбака. Но, а бегающие меня... Вообще, блядь, сука, я думал, это пистолет. Это ты, блядь, падла. Так, это мы овцу завалили, да? А, значит, сюда нам надо. Так, тихо. Оп! Никого. Сука, сюда и туда можно, да? Привет. Блять, реакция
кошки скорость мангуста, ебать и в рот, блять. Не, пулемет. Пулемет еще рано брать. Потому что будет больше одного, тогда ладно. Пока еще рановато, мне кажется. Пока еще можно попробовать обойтись пистолетом, но это не точно. Я пока обхожусь, но это ненадолго. В любом случае, они все... Они меня увидят так же, как и я их увижу, правильно? Давай попробуем. Ой. Куда ты бежишь, дура? Там какая-то дверь стрёмная. Блять, здесь еще какая-то хуйня будет, как всегда. А я уже вижу. Ты топ. Хули ты топаешь? Нихуя себе, ты еще прыгаешь? О, блядь, новый пистолет. Да, блядь. У меня все равно, у меня как раз это вот есть, патроны. Так, все, берем, значит, глок и берем пулемет. Ну, я не настолько уж уверен, конечно, что это что-то кормили чем-то, да, этих пауков. О, это паскуда, это здоровая, помните? Ну. Так, а глок у нас это поинтереснее будет, чем простой пистолет. Глок. Глок. Странно, что у Глока патронов, блядь, меньше, чем у Макарова, блядь. Странно. Ух, работает. Отлично. Патроны. Туалет. Прикольно. Еще кто-то. Тихо. Одна. А там патроны. О, кстати, не зря обход сделал, да? А здесь? Здесь я не вижу никого. Так, ладно, это патроны для... Для чего-то. Но не для Глока. Так, С, оп. Угу. Так, вот сортир. Ага, на одна была здесь. Ага, это мы сюда, да? Хорошо. Хорошо. Газик лежит. Так, это значит, мы должны обойти сейчас. Наверное, газик взять, да? Так, у нас теперь будет, помимо вот этого забрала, у нас будет еще противогаз. А у хорошего солдата, все мы знаем. Тихо, там тень, по-моему, да? Сейчас посмотрим. Опа! Сука. А что за граната? Что за говно вообще? Не могу понять. Нахуй не нужен... Ой, извините. Ой. Блять, кони берут, блять, гранаты называются.
которые ни хера сделать не могут. Вот это гранаты, блядь. Что, здесь ни хера нет, что ли, или что? А не, вентиляция какая-то. Так, а то я куда вообще иду? Все, тупик. Патроны для Глока. Все? Ради этого я сюда пришел. Интересно, ну ладно. Ну, не, тоже хорошо, но... Ну, плохо. В этом я ничего не вижу. Я наоборот даже за... Где ты грозы патроны взял, интересно? Потому что это один из самых лучших, как говорится, русских, ну да, правильно сказать, русских автоматов, реально. Так, вот он, да? G. Оп, ну. И закрыто. Тут по-любому живой. Ну, туда надо идти, да? Там газики пустили. Нужна карта экстренного доступа. А где она ее взять? Давай посмотрим. Может, я где-то ее пропустил. Может, она вот здесь где-то лежит. Это карта надо. Хер поймешь. Где-то ее не взял, значит, может, там дальше было. Ну что, этого трупа я не взял. Сейчас посмотрим. Ты бегаешь так уверенно еще. Ну это патроны для Глока, походу. Кеды. Нет, кеды мне не нужны. Подожди, газик это хорошо, а где карта? Карточка. Где-то я не взял где-то, да? Может, у этой дуры? Интересно. Так, ну в оружейке вряд ли она будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Женский туалет. Я сюда как-то без спроса так вошел. И карты здесь тоже я не нашел. А вот и карта. Так, С. Оп. Отлично. Но у меня проблема в том, что отнялось немножко бронежилета. Это херово, конечно. Ага, это перекрыло вот эту часть. Ясно, вот почему надо через вентиляцию было. Я раньше времени надо было сначала заныкаться где-то, а потом уже лезть сюда. Ну ладно, какая разница, в принципе. Раньше, позже. Зато можно сейчас патроны добрать. Где-то они здесь были, нет, не здесь. Они были здесь вот. Подожди. Вот здесь вот. Нет. Блин, где я патроны не взял? Вот здесь вот. Да, 6 патронов для Глока. Что мало вообще Глока патронов. Это вообще
писец. Три пули ушло, это, кстати, не очень хорошо. Это даже многовато. Ну, по идее, сейчас пока не надо мне больше газик. Так, вообще, надо, может, скомбинировать. Все равно гранат. Гранаты я особо не использую. О, это что? Сейчас будет где-нибудь за углом кеды. Здесь вот, где-нибудь. Оп. А, так был. Прикольно. Товарищ профессор. А что-то вас так немножко покараёбило. Не, мне такое не нравится. Им что-нибудь вообще есть от этого? Я не могу... Да ладно. Они, оказывается, разрываются на части. Писец. А сразу нельзя было этого сделать, да? Что тут? Подожди. Здесь открывается? Не, закрыто. Тихо. Не торопись-ка. Покупай живопись. Не торопись, покупай живопись. Так, здесь ничего нету, просто вот так вот разрыв. Чуп. Чуп. Ладно, пойдем вниз. Блять, я должен подниматься вроде как наверх, а спускаюсь куда-то вниз, да? Еще на один уровень. Сейчас, подожди. Тык-тык-тык-тык. Что это такое, каска? Ты, по-моему, подствольник от этого взял, да? От грозы. Вроде бы, ну ладно. Хуй его знает, что здесь будет сейчас. Узко так, тесно. Блять, как знал. Бляха-муха, ты же меня еще, падла, задел нихерово, да? А что у тебя за патроны? Патроны... Ёб твою мать, а... Что ты кланяешься мне в ноги? Че, одна дура? Кланяется... Интересно. Вроде труп, но вряд ли. Да ладно. Патрон. Ух ты, ёкарный. Это японский покемон. Так, подожди. Шлёп. Блин, у меня до хрена вот этого оружия где-то. Оп. Дробовик с пистолетом мы будем смешивать сейчас. Там, по-моему, газ был, так что мы пойдем аккуратно туда. Поднимайся. Так, ладно. Первая пачка ушла. Знаю... А, нет. Только хотел похвалить этот странный пистолет. Оказался говно. Ну, живой, кстати.
Ю... Так, я, по-моему, все, да? По-моему, мне пистолет не нужен. О, лестница. Подожди, лестница, да? Блин, а что? Давай рискнем. Вот, наверное, дверь, по-моему, да? Блядь, давай, 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 протискивайся. Давай, давай, давай. А я задыхаюсь. Я задыхаюсь. Мне трындец, наверное, не успею. А может, успею. Не успел? Тут либо секретка, либо... Либо секретный уровень, либо что. Так, не трогать, а то по рукам получишь молнии. Даже не знаю. Вызвали лифт. Да ладно, ну что? А, все нормально. Немножко подвисло. Да хуй знает. Мы слишком глубоко спускаемся, либо автоматическое надо оружие здесь будет, либо... Не знаю, гранаты вообще какие-то по большому счету бесполезные. Херобень, блядь. Тихо. Стоит, да? На! Он стоял вот здесь, да? Задело, падла, но не так, как хотелось. Ладно. ТТ, бля! Вот это круто! Так, тихо, ТТшник. Ну что, попробуем ТТ? ТТ и... Бля, чем бы такое рискнуть? Наверное, дробовик давай попробуем. Совместим пока. Ну, как обычно, в принципе. Что у меня обычно идет? Пулемет. У меня обычно идет Half-Life пистолет и... Пистолет и дробовик. Сейчас попробуем, как это будет вообще в паре смотреться, но... Кирова знает. А это что? Блять, да пошли вы нахуй. Пауки. Не хочу. Не буду я заедаться. Пауки, конечно, я вам рад. Но толку от вас никакого нету. До свидания. Короче, зря опять я сюда пошел. Очередное место, куда просто-напросто не надо было идти. А лишние патроны тратить, извини меня, у меня нету. Сюда. Ага.
Хм, интересно. Не понял, подожди. Да давай. Вот так вот. Кстати, гораздо быстрее переключает. Чика. Стой, высокое напряжение. Я с такими загрузками, извини меня, я и так сильно особо не бегаю, блядь. Блядь. Хары так подвисать. Давай сюда посмотрим, а там потом туда, блядь. Мальчики налево, девочки направо. О, лесенки. Там, может, с двух сторон просто можно зайти. Или секретку я нашел. Не, наверное, с двух сторон просто можно зайти. Так. Угу. Пугала дура. Так, ладно. Автоматные патроны мне не нужны. Это тоже мне не надо. Ёб твою мать, что за голос? Дебать, иди нахуй, блядь. На что в тебя один? Заткнись на хуй. Сука. Что это за хуйня? Давайте будем так тогда. Два вида пистолета, короче. Внимание всему персоналу. А, она мне пизданула, я дробовик выпустил из рук. Нихуя себе! Типа выходу. Но я как понимаю, он давно уже кричит. Тихо, тут не спеша, тут есть, по-любому. Во! Короче, переключение оружия меня почему-то меня выкинуло. Я, кстати, понял то, что скорее всего надо использовать все-таки либо два пистолета. Блин, бред какой-то. Ну ладно. А это, кстати, неплохо, неплохо, я смотрю, валит. Да заткнись ты, меня еще больше напрягает. Ты там жуешь что? Да напрягает, так хочется завалить его. Чего выходу? Ты здесь был, да?
Да, подожди, стоп, я что-то потерялся. А, стоп, я даже все не вылечил, получается. Можно вылечить все и забрать. Так, вот здесь вот справа, по-моему, тоже. О, броник, ни хрена себе, а у меня полная. А. Есть. Да как ты же меня надоел. Это мы здесь вот, кстати, где он жрет, это мы там, мы видели суперсолдат, правильно? По-моему, да? Подожди, а куда еще идти? Да бы заебал, он жует и жует. Наверное, сюда может? Блин, да ладно. Так, здесь я прошел, да? Здесь это жует. Здесь, ладно. Так, а. Здесь какой-то выход. Аккуратно, вот сюда мы еще не были. И здесь труп. Нормально. А, во. А, это вот как раз, помните, концовка, по концовке первой части, она как раз сидела, и на нее вот должны были напасть вот эти вот солдаты. Вот, она успела убежать, двери закрылись, да? А, все, мы успели, отлично. Я уже думала, что мне конец, но вы спасли меня, благодарю вас. Господи, эти существа, они убили всех, всех, кого я знала здесь. Майор, вы должны остановить распространение вируса, иначе он остановит нас, всех нас. Ну пошли, Полина. Блять, когда ты заткнешься, это пиздец просто-напросто, как ты меня задолбал. Наконец. Может, это специфика движка, может, что-то еще. Но такие долгие подгрузки, честно говоря, заебывают. А еще отлично одна вещь, то, что наконец-то он внимание к его персоналу. Вот эту вот хуйню я больше не слышу. Слава тебе яйцам. Ну что, пошли, родная. Попробуем мы здесь выжить. Что у нас тут, дробовик? Дробовик, гранаты. Гранаты у меня все. В принципе, нам больше не надо. Здесь закрыто. Ты идешь? Что это был за ужасный шум? Вы слышали? Вы в порядке? Да я-то в порядке. Ты почему стоишь? Гнездо, гнездо. Это КП-3. Нам требуется помощь. Мы ведем сдерживание зараженных. КП-3, это гнездо. Оставайтесь на своей позиции. Это приказ. Ну, у этих тоже какая-то хуйня происходит. Огонь! Огонь! Не... Ух ты! А что это такое? Что с вами? Вы неважно себя чувствуете? А что, я заражен, что ли, получается, или что? Да, у меня такие были стенды. Так. Подвиньте, пожалуйста. Что мне плохо становится, а почему, я не знаю.
Это, наверное, все твоя вина, дура. Я даже не понимаю, я никого не вижу, кстати. Пулемет. Пулемет — это хорошо. Пистолет Макарова и пулемет. Пойдем дальше, девчоночка, а то мне что-то плоховато, я себя плохо чувствую. Что-то я слышал или мне показалось? Чоу! Мне показалось. Блять, мне опять хуёво, да? Да, боже, походу... Мой, да у вас жар. Жар. Помимо жара, я смотрю, еще, скорее всего... Этот идет заражение каким-то вот этим вашим собаковирусом, блядь. Я скоро превращусь в шотландскую овчарку на этих киберножках, наверное. Так, здесь ничего. Так, пулемет хорошо. Прием, прием. Это КП-2. Есть кто живой? Есть. Но мало. КП-2. КП-2, это гнездо. Держитесь, ребята. К вам выдвинулась группа Гамма. Поняли вас, гнездо. В очередь. Есть. В очередь. В очередь, все правильно. Нехуй без очереди. Ага. Все правильно ты говоришь. В очередь. Так, нихуя не видно. Ага. А здесь что есть? Ничего там нет. Давай дальше. Давай дальше. Ай-яй-яй, аж как автомат, блять. Это не ПМ, блять, а какую-то, блять. Блять, я хуй узнаю даже, к чем это сравнить. Автомат как Калашникова даже отдыхает. Ты так забросал гранатами, прикольно. Кстати, на Калаш у меня хватает патронов, я смотрю. Так что можно и с пистолетом, и с Калашом походить. Thank you.
работает. О, нет, да ладно, пик. Ебу я, как мы выберемся отсюда? Ты меня спрашиваешь? Такая, блядь, уже умная. Ну, как выберемся? Вот, дверь открыла и пошли. Внимание! Субъекты в зоне видимости! Открыть огонь на поражение! Ну вот, хорошо. Так, автомат сохранились, пошли. Вау, видосики! Зомбированные. А что еще там? Зомбированные. И кто-то к ним бежит. И бегут зомбированные. Или это вояки какие-то. А, это суперсолдаты. Это суперсолдаты. Блять, я не вижу, куда я попадаю. Блять, какой здесь стрельба, какая здесь голимая, блять. Если бы кто знал. Ну, я целюсь в одно место, пули летят в другое место. А пули летят, пули. Командир отдает приказание. На, разоружен, типа без патронов уже. Прикольно. Ладно, давай тогда сделаем вот так вот. У меня гроза. Тихо. Как же я тебя не заметил? Урод. Блять, я под ноги иду и смотрю себе под ноги чисто. Да. Ну ладно. Бывает, конечно, бывает. Руки-ноги, расчлененка, все дела. Ладно, пошли. Где она там? Она здесь. Подгрузка, получается, такой маленькой сцены была? Ну, я когда при сиде иду, то у меня чисто прицел такой с полностью... полностью стиснут, как жопа. Вещь. Как ни крути, но гроза — это гроза. Тихо. Блять, как я вовремя. Издеваетесь. Где ты?
Да это вообще, это просто-напросто финита ля комедия. Да уйди ты, дура. Так, да я позабираю хоть патроны. Ну, суперсолдаты. Не понял. Нельзя. Ну ладно. Пошли хоть так. Отлично. Все, можно идти. Я подчехлился. Да, конечно, моментик напряжный немножко был. Вроде бы мелочь, но очень неприятная. Процентов кто-то еще будет здесь. Суперсолдаты, ничего не сделаешь. Калаш. Калаш мне взад. Да, нехти получается. Как-то что-то их слишком сейчас, либо слишком много, либо я начинаю потупливать. Потому что одна тактика меняется, и получается немножко косячней. Ты сейчас под пулю могла так огребсти, блядь, дура. Но как медленно это все-таки переключается. Ладно, давай попробуем. Так, АКМ и ТТ. Не, ни хера. Давай пулемет, потому что их много. И АКМ. АКМ немножко кучнее будет бить в плане... Слышу. У меня есть около 10 минут, чтобы выбраться с нижних уровней. Таймер, детонирующий взрывчатку, уже запущен. Торопись. Да ты не торопи меня лучше. Мы куда-то выходим. Торопись. Покупай живопись. Ого, а чё у вас так много? Так, что-то там мне прикалывает, что-то какая-то хрень происходит. Ой-ой-ой, подвисло. На один. Идут туда.
Тихо. Это суперсолдаты все. Бляха-муха, кнопку перепутал. Давай, ты дохни, блядь, падла. Да, у меня сейчас уйдут все мои эти бинтики. А нам еще играть и играть, я как понимаю. Так, я слышу граната, по-моему, да? Ну хер его знает, блять, где-то то, что только что были патроны. По-моему, все, да? Так, давай рискнем как. Мы сохранимся, возьмем АК, возьмем пулемет. Потому что пулемет, по-моему, весь. Но мы пройдем с автоматом, потому что... Ну, потому что. Потом... Вот почему. Потому что вот почему. Да? Так, хорошо. Бодренько бежал, кстати. Ёб твою мать. По-моему, все, да? Так, где моя? Это овца. Боже мой, это просто какой-то кошмар. Да не то слово. Поехали быстрее отсюда. Боже мой, это просто какой-то кошмар. Внимание всем. Мы детонируем заряды, установленные в лаборатории Крот-1. Всем приготовиться. Вот сейчас тряхнет. Начинаем на счет 3. Раз, два, три. Боже мой, это просто какой-то кошмар. Бабах! Все, аптечек больше у меня нет. Отличная работа, парни. Объект уничтожен. Тоннели, ведущие на нижний уровень, завалены. Наша задача выполнена. Не факт, не факт, ребята. А, вон наши. Пошли. Ой-ой-ой, мне плохо. Иду, 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 пацаны. Короче, меня там заразила эта хрень. Да, и вот 3 часа спустя я проснулся в больнице. Все, я просыпаюсь в шпитале, получается, в госпитале. Вот, это получается военный госпиталь. Три недели спустя, а не 3 часа. Я, блядь, и забыл даже, сколько времени прошло. Так, и вот здесь я вышел, правильно? Да, здесь я вышел. Здесь у нас началась, получается, предыстория. Это вы подгрузили карту госпиталя, чтобы я просто-напросто вышел и опять подгрузили. Так можно было подгрузить, как будто я вышел, вот. В чем проблема была просто вот загрузить вот этот момент, когда я вышел из госпиталя? Я вообще не могу понять. Так, давай, что у нас тут? Рация нерабочая, ничего не работает. Пакеты с трупами. Хорошо, пусть лежат. И есть не просят, и хорошо. Беттер. БТР можно было бы забрать. Это очень хорошо. Так, малиновое варенье. 1 штука. Банку разбили. 2 штуки. 2 банки разбили. Автомат.
Пулемет можно было бы, кстати, взять. Буханка. Одна штука. Несъедобная. Так, идем туда. Ясно. Дождь. Много. Мокро. Вода. Фу, мерзость. Так, что у нас тут? Беттеры. Пулемет. Вырублен. Нерабочий. Лестница. Не выйду. Тогда ищем другой выход. Да что это, лестница, ой, лавочку не можешь перепрыгнуть. Да, как пункт какой-то был, потому что песок, я смотрю, стоит. Так, что у нас за машинки тут интересные? Иш или АЗЛК? Не, скорее всего, Иш, потому что фонари такие своеобразные. Это не москвич, это Ижок. Так, ну, Иш, вот, уголочки. Слышит. Что? Сообщение для всех выживших нас кто-нибудь слышит? Слышу. Сообщение для всех выживших нас кто-нибудь слышит? Слышу. Сообщение для всех выживших нас кто-нибудь слышит? Слышу, говори. Сообщение для всех выживших нас кто-нибудь слышит? О. Короче, я как понял, все равно наши все попытки были помочь этой лаборатории уничтожить всю эту нечисть были тщетны. Да, жалко, конечно. Но все равно, мне понравилось. Мне вторая часть, кстати, даже понравилась больше, чем первая. Хотя первая была такая задумка, то что там, ну, что-то там такое необычное, такая интрига такая небольшая. Но вторая часть, конечно, ну, хотелось бы еще чуть-чуть, чтобы она, ну, продлилась. Ну, ладно. Что есть, что имеем, то имеем. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, играйте только в самые лучшие модификации, игры и все остальное. А мы встретимся в следующей серии какого-нибудь Half-Life. Или не Half-Life. Всем пока.